не самый лучший. Поставили пятерку. Смелость и манеры обоих. Собаки однозначно смелые. С неплохой манерой в первой половине работы. До попадания. Потом эта вся картина смазалась. Но в итоге все равно оценили смелость и манеру Абаева на 17 баллов. Злобность и приемистость хваток. Кусали обе, поэтому ну, хваток было меньше, больше было щипков, но вот это вообще там закрутился. Да и это сука, да, по-моему? Да. Да вот, тоже хватки давал. Значит, злобность и приемистость хваток 24. Голос не самый лучший у пары. Здесь тоже есть проблемы, тройка. Вязкость. Ну, по вязкости вообще, когда попала, легла, там, минуту 40 пролежала. В итоге потом уже тоже были отвлечения. Отвлечения составили больше 2 минут. Вот хронометраж показал. Итог, вязкость 12 баллов. Ловкость. Ну, с учетом тех попаданий, которые были и раз, и два, в итоге потом еще это минимально расценили на 8 баллов. Слаженность в работе во вторую половину части. Это вторая половина работы, она вообще ни о какой слаженности там речи не идет. Собаки работали. Но это уже просто дорабатывало, скажем так. Поэтому итог. 71 балл, диплом 3-й степени. Спасибо.